Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Валентина, и вы на канале «Жизнь по-новому». Сегодня я хочу приготовить для своей семьи и показать вам, как я готовлю хек. Хек будет готовиться в духовке. Это рецепт правильного питания, ПП. Запаха в квартире рыбного не будет. Задымления не будет, потому как жарить мы его тоже не будем. Все будет запеченное, вкусное и полезное. Итак, приступаем. Вот таких 5 ребешек я почистила от шелухи. Ножничками обрезала все видимые плавнички. Также почистила внутри. И рыбка у меня слегка еще примороженная. То есть она не до конца, она еще полуплотная. Помыли, почистили и отставляем в сторонку. Берем форму для запекания. Накрываем ее фольгой, вот так я уже приготовила. И отставляем вот сюда в сторонку для наполнения. Берем лучок, разрезаем его пополам и нарезаем вот так полукольцами. Довольно крупно. Часть лука я направляю прямо на фольгу, при этом его разъединяя. Берем одну морковку, разрезаем ее пополам и тоже довольно крупно нарезаем полукольцами, кольцами, кому как нравится. И тоже вот так произвольно накидываем. Берем нашу рыбку и начинаем ее укладывать. Хвостики должны смотреть в разную сторону. Итак, вот так я упаковала рыбку. Вот так она смотрится. Берем вторую часть лука. Тоже нарезаем ее крупными полукольцами. И вот так разделяя, вставляем между самой рыбкой. Морковочку направляем на рыбу. Теперь у меня есть лимончик. Прямо его тоже так вставляем. Он даст свою нотку. Ну и теперь наша заправка. Секретный, так сказать, ингредиент – это лавровый лист. Не поверите, он убирает запах рыбный. Вообще шикарно. Вот так вот можно поломать и уложить. Так, соль по вкусу. Здесь у меня лимонный перец. Можно обычный. Тоже хорошенько присыпаем. Зелень любая. У меня петрушка сушеная. И вот столечко подсолнечного масла или оливкового. Вот так по рыбе. Ну вот и все. Наше блюдо собрано. Вот такой аппетитный вид оно уже имеет. Духовочка нагрета. Мы все это закрываем фольгой и отправляем нашу рыбку запекаться 30-40 минут, смотрите по своей духовке, до полной готовности. Прошло 35 минут, рыбка наша готова. Вот такой вид она имеет. Смотрите, сколько сока с рыбки. Сказать, что она сухая, она не может быть сухой. Вот так можно полить. Ну и, конечно же, будем пробовать. Рыбка перенеслась хорошо на тарелочку. Она еще горячая. Можно, конечно, дать ей возможность остыть. Вот такой вид она имеет. Если вы хотите, чтобы она немножечко была порумяней, то минут за 5-10 откройте фольгу и оставьте ее в духовке в таком виде. Вот так разрежу по хребту, и она сама вот разложилась. Смотрите, как отделяется от хребта. Вот и все. Вкуснота и красота. Так, попробуем хвостик. Бесподобно вкусно. Смотрите, она какая сочненькая. Сколько в ней жидкости. Вот такая вот сочная, вкусная, очень ароматная рыбка получилась. Ребята, готовьте очень быстро, без хлопот.
получается полезное, правильное блюдо. Сейчас это новое модное слово ПП, правильное питание. Вот оно и есть ПП. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. А с вами была Валентина, и до новых встреч. Пока-пока.